Это, продолжаем движение. Азимут 190. Он жив. Вертушка не взорвалась. Вертушка не взорвалась. Это не наша забота. Выполняем команду. Расстояние друг от друга справа, слева, метров 20. Продолжаем движение. Ребята, у нас ранен. Один ранен возле БМПхи. Так, медик, БМПхи. Двигайся к БМПхе. Остальные двигаемся. БМПха потом догоняет. Группа севера, на Азимуте 220 есть домик, двигаемся до него. На Азимуте 220 есть домик, двигаемся на него. БМПшка, догонишь нас на Азимуте 220. Виктор, я танки расставил. Привет. Вроде наверху стояла какая-то техника. А техника стояла, похоже, на машину. Так, наверху где? Так, там наш танк стоит, разбивает. 190. Принято, двигаемся, там танк убивает. Двигаемся на 220 теперь, двигаемся в домик. Одного водителя здесь я найду. Смотри, слева может прийти. Надо было держать. Да, прием, это Орел, нахожусь на целевой точке, вырос сражение. Привет, БМПшки. На рожон не лезь. Внимание, воздух, просвет, запад. Так, покинуть машину, внимание, воздух, покинуть машину. Принято. Подбитая тревога, всем большие из бронетехника. Так, распределиться вокруг здания, здание. Так, ранен, в дом, все спрятались в дом. Блин, огонь бить. Молодцы, отлично. Так, раненого поднять, продолжаем движение. Азимут движение, спасибо. Так, северо-восточный от БМПшки, я все еще ранен. Так, по нам огонь, по нам огонь. Так, перекличка. Вот, инженерного отряда, а ко мне зайдет мой человек, инженерный отряд. Вот танк, видишь как, зачем он поехал вперед? Тащи. Человек, нам 170, ты сказал, на холм? Азимут 170, на холм, камышком, двигайтесь, все двигайтесь туда, двигайтесь, круговую оборону и следите за перемещениями. Если что, подсказывайте БТР к БМПшке, она будет вас помещать. БТР, ты первая, не едь, ёпая, спалят же нахрен! Куда ты попёрся?